6 команд трудовых коллективов Октябрьска и десятки отдыхающих. Всех объединил фестиваль активного отдыха на воде «Волга-Фиш». Испытать свои навыки туриста можно было сразу на нескольких станциях. Но для начала непростое испытание. Командный сплав по Волге в 6 километров. 2,5 часа, и вот к берегу пристают те, кто, очевидно, веслами работал активнее. Я думаю, первоначально было сложно, потому что не было сыгранности, не знали, все были впервые. На данном видео, да, навыки отсутствуют. Но в процессе, мы долгое время шли вторыми, но в процессе вот обогнали наших товарищей и стали первыми. После такой гонки, казалось бы, силы на исходе. Однако впереди еще 4 активных точки. Это пляжный волейбол, соревнования по рыбной ловле, приготовлению ухи и слалому на байдарках. Настоящий тимбилдинг для сотрудников разных структур. Когда большой сплав был, полной команды, нужно было все заобща делать, иначе ничего бы не получилось. Что на первом, что на втором этапе, впервые в жизни сели на такое транспортное средство, плавсредство. Вот. Ну, в целом нравится. А пока трещат дрова, самое время проверить свое рыбацкое мастерство. Первый улов прямиком на уху. Мастер-класс по ее приготовлению провели гости с другого Волжского берега. С удовольствием, потому что это наше пространство, Волга, мы из села Ширяева, внуки бурлаков, уху варим, песни поем, и рыбацкие, и бурлацкие. Вне водах-то рыбы кучи, словно груды серебра. Мы сейчас пока разожгли огонь, поставили водичку. Вот сейчас будем чистить картошку и остальное все. Ну и ловим рыбу. Мы поддерживаем активный отдых, занимаем активную гражданскую позицию, стараемся принимать активное участие во всех городских мероприятиях, помогает сплачивать команду нашу и помогает, в принципе, даже в работе, наверное. Пока команды соревнуются, для гостей центрального пляжа бесплатно работают тематические площадки. Мастер-классы по виндсерфингу, кайтингу и сапсерфингу. Интерактивные точки расположены с учетом всех противоэпидемических мер. Здесь есть ограниченное пространство. Мы расположили наши площадки так, чтобы люди не пересекались. И большого скопления нет, народу не было. Мы проводим наш фестиваль с соблюдением всех санитарных норм и всех ограничительных мер, которые действуют в регионе. «Волга-Фиш» – это модернизированная Октябрьская фишка. Организаторы провели ребрендинг, увеличили число активностей и приурочили фестиваль ко Дню молодежи. Преобразилась и сама локация. Октябрьскую набережную благоустроили в прошлом году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Это часть национального проекта «Жилье и городская среда». Он инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Фестиваль получил новое название, новое лицо, новый логотип. Ставили перед собой высокие цели по именно активностям, по количеству активности, потому что сегодняшний день у нас плавно перерастет в День молодежи и в концертную программу. Поэтому поставили изначально перед собой цель максимально насытить мероприятиями весь день на набережной. Нам это удалось, я считаю. Теперь есть время до следующего сезона подтянуть навыки рыболовства и технику командного сплава. Марина Промошкина, Сергей Александров. Новости губернии.